Всем привет! Вы на канале Пиумс, с вами Петр, и сегодня мы распаковываем дополнение для игры «Руины острова Арнак. Лидеры экспедиции». Сейчас сниму пленку, чтобы не бликовало, и посмотрим, что внутри этой коробки. Это первое дополнение, которое вышло для «Руинов острова Арнак». Многие ждут еще последующих дополнений, но пока, к сожалению, локализация в ближайшее время не предвидится. Вот так выглядит с этой стороны, по краям. Так. И сзади здесь расписано про содержание. Возвращение на остров Арнак. Бесстрашные лидеры экспедиции с уникальными навыками прибыли на остров. Что ждет их среди заброшенных руин? Здесь у нас появляется два новых храма, 18 полезных предметов и 12 загадочных артефактов, новые помощники, 6 лидеров, каждый со своими уникальными способностями и начальными картами. Коробочка небольшая, но увесистая. О, еще одна фигурка у нас есть. Сразу лежит, такая серенькая. У одного из лидеров, по-моему, будут дополнительные ребята. Это дополнительные правила. Что добавляются? То есть у нас будет капитан, сокольничая, баронесса, профессор, исследовательница и мистик. Расписано про лидеров, как меняется подготовка к игре. Отдельно про капитана. Отдельно про сокольничью. Про баронессу. Профессора. Исследовательницу. И про мистика. Про новые шкалы исследования и про храм обезьяны, про храм ящера. Пояснение к некоторым новым картам. И посох, здесь посох Красной Луны. Он на планшете, как я понимаю, одного из ребят появляется. А, нет, не на планшете, на измененной верхней части. И про одиночную игру расписано. Так, смотрим карты. Здесь, как и в базовой игре. И здесь уже с изображением конкретных этих экспедиторов, лидеров экспедиции. Стартовые такие у них наборы есть, карт. Парашют. А это уже карты дополнительные. Парашют, обезьянка, козел, сито, лопата. Монтировка, консервы, ручная лупа, перьевая ручка, аптечка, садок, кофе, гамак, дирижабль. Круто дирижабль вызывать. Кот, ремонтный набор, камера, подсумки, рубиновый подсвечник, шляпа странника, каменный подсвечник. Божественные всадники, проклятый идол, лютня стража, пьедестал, одеяние рассвета, медальон дружбы, клык стража, одноглазая статуя, жезл разделения, каменный ключ.
дополненные, видимо, подсказки, новые эффекты и механики, подготовка к игре. А, у каждого, интересно. А, для каждого своя, для баронессы подготовка, для профессора и так далее. Интересно, удобно так сразу готовиться. С этой стороны, вроде, да, все одинаково. А так оттенок у них чуть-чуть разный, чтобы можно было отличать, когда готовишься. Дальше. Так, как раз для каждого из героев. Планшеты свои. С этой стороны вот так они все красиво стоят. Это у нас, видимо, мистик. Ну, жетон такого же качества, как и в оригинальной игре. Все, отлично. Так. Это у нас храмы. Вот так. Симпатично. И вот так. Дальше у нас есть еще вот такие жетончики. Кстати, даже не знаю, для чего они. Может, в будущем пригодятся для чего-то. Чемодан — это, наверное, фишка первого игрока. Надо сейчас посмотреть. Глянем. На, 6 жетонов — это жетоны круглые вот эти. Это жетоны случайных ролей, чтобы можно было кому-то вытянуть. Профессор — это у него жетон портфеля у профессора, понятно. Соколом есть определенный эффект, он, по-моему, каждый ход так перемещается. Сокола какие-то эффекты при этом перемещении происходят. Ну, здесь также одинаково. Так, потом будем разбираться. Помощники новые и новые локации. Новый жезл. И здесь у нас новые монстры и локация. Еще симпатичные ребята. Особенно вот этот вот краб. Вместе с зданием каменным на нем. Ну, новые жетончики с эффектами. Так. Еще 2 лидера экспедиции. Я уже играл, на самом деле, с лидерами экспедиции, с ребятами, у которых есть это дополнение. Честно, не могу вспомнить, с кем я. А, по-моему, с тем парнем, у которого еще один был дополнительный помощник. По-моему, где-то здесь. Да, вот за этого парня я играл. И он один из несложных. Тут они еще тоже делятся по тому, как их использовать, по сложности использования. Так, ну здесь все то же самое. Вот такое вот содержание дополнения. Потом постараемся летсплей снять уже с допом. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока-пока.